Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» уже давно зарекомендовала себя в Рязани как лучшие морепродукты. А в новогодние праздники особенно хочется побаловать себя и близких самым лучшим. Марафон новогодних праздников подходит к концу, но еще один важный и так любимый – Рождество соберет всех родных и близких за праздничным столом. И если новогодние салаты остались позади, то вкус красной рыбы, горячего или холодного копчения или красной икры премиального качества все так же радует. К тому же чавыча, белорыбица, икра относятся к диетическим продуктам. И как нельзя кстати после многочисленных праздничных застолий. Ведь вы можете продолжать лакомиться, наслаждаться вкусом и при этом разгрузить уставший от тяжелой пищи организм. А самые вкусные и свежие дары моря, как известно рязанцам, можно приобрести на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Все праздники морепродукты, зарекомендовавшие себя как лучшие в городе, доступны к покупке. Приобрести угощение вы можете вплоть до Рождества. А если не успеваете, то и в сам рождественский день. Я за икрой, я не за рыбкой. А почему именно здесь решили купить икру? Ну, потому что она привозная, нормальная. Вкусная? Ну, я считаю, что да. Мне чавыча вот нравится, я ее беру часто. Мне по вкусу она нравится. Любую, очень нравится. Именно здесь нравится? Да, здесь, потому что... Здесь свежие. Ассортимент, как всегда, разнообразен. Особенно полюбились рязанцам палтус, белорыбица, нерка и, конечно, чавыча. Красная икра зернышко к зернышку, а также более 30 видов морской рыбы горячего и холодного копчения. Все свежее, вкусное. Продавцы дают попробовать перед покупкой. Это ли не доказательство действительно качественной продукции? Для тех, кто уже попробовал морепродукты с выставки продажи «Икра и рыба камчатская», дополнительных аргументов не требуется. Работает выставка продажи возле торгового центра «Премьер» до 7 января включительно.